Сегодня у нас 9 июля 2015 года. Вот, это детский православный лагерь Стан. Вот, приехали братья тут со всех сторон. И вот с утра мы уже помолились. Вот, каждый занят своей работой. Кто-то таскает, кто-то пулит. А дети сейчас, они в 7 часов поднялись, и есть. Виктор Николаевич Ставченко с ними проводит молитву утреннюю. А ты их переверни. Не-не-не, у нас так не делается. Понятно. Переверни и до конца допили его. Потому что эти остаются, а они потом руки ранят. Угу. Вот так, да. Володь, это нормально такие? Да, пойдет. Все, это к нему расколет сейчас. Вот так вот, чтобы все работали. Даже у нас сестры там на кухне работают, делают дело. Вот она, Любовь Николаевна. Остальные, кто бы там еще не молился, те стоят сейчас там на молитве. Благослови наследие Твое, даруй победу православным христианам, крестом Твоим сохраняй Твой народ. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего Духовного. Ну вот, слава Богу.